Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с Кириллом. Все, может отмирать уже. Мы сегодня с Кириллом полезем вот в канализацию, в трубу. Возможно, мы сейчас там залезем, там все закрыто и вылезем, но ладно, ничего страшного. Вот, я, короче, тут уже переодеваюсь, мы сейчас будем на меня пакеты навязывать. Кирилл тут уже подготовился. Вот, да, Кирилл? Нет. Ну, Кирилл совсем ничего не взял, опять же, как всегда. Как всегда, как всегда, как всегда ничего не взял. В общем, ладно. У нас тут еды, короче, на месяц. Кирилл там к ядерному грибу уже готовится. Все, давайте начнем. Короче, выживальщик первый уровень. 99! Он еще к волосам моим примотал. Да, один тебе потом, фонарь. У меня потом депиля... Нихуя себе фонарь. Проверка герметичности. Так. Так, проверяем. Насколько они герметичные. Вообще не чувствуется, не ощущается. Все нормально, герметично все. А перед тем, как мы с Кириллом залезли в трубу, я хочу поблагодарить просто от всей души тех людей, которые под моим недавним постом все-таки осмелились написать свой величайший просто комментарий. Вот, и как я и обещал вам, я вас сюда вставляю. Вот, собственно, радуйтесь, довольствуйтесь. Кирилл, давай залезай. Залез! Идем. Идем, идем. Пацаны, все, мы внутри. В общем. Продвигаемся. Да, погнали. Опа. Тут поглубже чуть-чуть. Все, давай на свет. Залезай, вылезай. Вот этот проход тот самый. Ой, тихо. Стой. Фух. Да. Ой, пакет порвался, бля, трещину дал. Говно пакет, ой. Давай третий мотай. Прям сейчас. Фух. Выбрались, пацаны. Фух. Он там уже тупик. Да, там тупик, а тут... Это у тебя палка, а у меня мне еще камеру держать надо. Слушай, стоп-сигнал. У меня пакет один, короче, вообще прорвался. В двух пакетах у меня течь. Все мокрое. Кирилл, я уже как-то думал, что она обратно надо. Зачем? Почему? Давай я попробую наверх сейчас залезть. Да там нету лестницы. Ты... Да нормально. Кирилл, ну не надо, ты ёбнешься сейчас на меня. Мама, мама, ты в лес пойдешь, Андрей? Нет, ты точно не в лес. А, ну хорошо, ну только в лес не ходи. Это как в том анекдоте. Нет, вот. Можно вылезти. Не надо. Как говорится, там дед, короче, идет по лесу, встречает, там куст шевелится. Говорит, Вовочка, это ты там? Да, я. А что ты там делаешь? А я тут Машку ебу. А, ну ты смотри, не кури. Надо обмотать, Кирилл, а то я не знаю, у меня там реальная течь. Окей. Надо подмотать. Я и говорю, нужно серьезно к такому относиться. Я думал, тут тупик будет, мы тут развернемся и уйдем. Я тоже так думал. Ну давай подматывать. Пацаны, мы перемотали мне еще по одному пакету. Потому что я вообще, у меня скоро все, жопа. И там вообще не видно ни конца, ни края, там вообще анус какой-то глобальный. Не знаю, но ну давай ты первый, наверное, да. Я чувствую, что мы тут вообще не пролезем. Если та была вон такая огромная, это вообще маленькая. Ну я бы не сказал, что она сильная. Ну не сильно меньше, но меньше. То есть это по сравнению с первой, она где-то ну, в полтора раза меньше. Куском, так, куском. Да, кто говорил, что нам это уравнение... Там нихуя уже нет. Метров 10, может 15. Да все, пизда, мы до камня куда дошли. Кирилл да. Дальше еще ходить хочет. Ну ладно, я говорю, у меня уже, бля, смотри на мои ботинки, да, что с ними? Вот резиновые сапоги, вот пойдем дальше. Все, погнали и обратно. Я с своей группой пойду. Погнали обратно. Сейчас. Да я понял, все, мы лезем обратно, пацаны. Все, вон. Там какая-то еще дилда, но там вообще то полезно туда? Нет. Маленькая фишка? Да. Ну ебал, там наверное, какой-то вот глазный костюм тогда, да? В другой раз придем. Да. В следующий раз. Второй час ждите, пацаны. Я еще, короче, думаю, поищу таких, да, Кирилл? Ну, это единственное, которое я знал. Надо еще поискать. Погнали. Ну, давай. А, можно здесь вылезти, смотри, здесь легко. Ну, нет, давай тут. Ну, ладно, давай, погнали. А ты подписался на барабан с говном? Что? Нет? Подписывайся. Чё? А нет, это полотенце. Просто, ребята. Надо. У тебя уже все замигал этот твой кипан. Ой, бля. У меня все просто мокрое там снизу. Да. Я тебе так скажу, я сейчас там ручьем сейчас все будет литься. А у меня еще пакеты, короче, все дырявые. Надо будет сходить пакетов купить.
Так мусорных. Ну, мусорных каких-то. Да. Дорогие. Снимай, снимай. Сейчас покажу, что у меня там творится. Ну, честно, я думал, что мы вот метнемся туда-обратно и все. Честно, вот до того дойдем. Вот. Смотрите. Веселые ручки. Очумелые ручки. Ну. Мы все уберем, если что, за собой. Но пакеты гриновские, это просто... Они реально рвутся, просто, как, не знаю, на добром слове держатся. Я серьезно тебе говорю. Вот качество, смотри, вот качество гриновского пакета. Вот, пожалуйста, я туда больше килограмма наложил, сразу порвется. Дай свой ножик, а? Хотя не, у меня есть. Дешманский свой взял сегодня. Бля. И в ботинке там вообще вода. Все. Вообще выливается прям. Сейчас дам тебе полотенце. На, держи. Короче, ну вообще тренда на самом деле, ребята. Ну было весело, было весело. Фух, честно, я вот думал, вот как это будет. Мы залезем чисто туда, вот типа, побудем там, не знаю, ну вот секунд 20 там, дойдем до перекрестка там вот до развилки. Там все тупик, потому что когда мы, короче, снимали ролик про дошираки, мы вот на обратку сюда зашли. И увидели эту трубу. Мы подумали, ёб твою мать, крутая труба, слушай, Кирилл. Ну. А, вот. Решили посмотреть, у него фонариком там что-то каким-то посветили, камеры там или чем. Короче, она была беспросветная, вот. Ну, но мы потом сверху нашли вот тот, ну, сам верх перекрестка. И подумали, что, а, ну все, он типа здесь заканчивается, давай по ропу потом слазим. Все оказалось намного радужнее, чем мы ожидали. Там канализация. Да, там прям реально канализация. Ну, там дальше, я думаю, что там тупик, где... Там просто какой-то слив, честно. Там, я думаю, сверху вода просто капает, где мы... Вот, да, скорее всего. Типа, просто вода сверху там... Я капает. Думаю, там дальше этого слива вряд ли что-то будет. Да, дальше слива там вряд ли что-то. А вон в той, думаю, что такой же слив, просто немного дальше. Просто мы туда пока, я думаю, не долезем. Там слишком маленькая. Ну, тогда. Там, если и лезть, то ты полностью будешь мокрым. Прям, ну, либо водолазный костюм, повторю же, либо летом где-то. Водолазный костюм. Так тут вода почти всегда будет лить. Тогда, скорее всего. Летом, чтобы тепло было, можно было хотя бы платки какие-то надеть, типа. Можно. Вот, и типа водолазный костюм, вот. Так, скотч мы еще раз повторно используем. Конечно, да. Да, и пакеты тоже не выбрасываем никогда в жизни. Очень экономные люди. По мне потом еще в 5 к репетитору идти. Просто мама говорит, когда я, короче, прихожу с леса, мама постоянно говорит, ты что, курил, что тебя так несет? Каждый божий раз. Прихожу, ты что, курил, что ли? Так, Кирилл захотел себе сделать факел. Кирилл. Не, ребята. Кирилл сейчас сожжет себе жопу. Ой-ой-ой. Все, Кирилл, оно зажглось. Ты в курсах? Да. А что не видно... Только это колышется. Че пламя не видно? Тихо-тихо. У него, короче, там колышется люто все. Так, ты вверх поднимаешь, чтобы быстрее сжегся. Так, ну не настолько вверх, ты сейчас дерево сожжешь. Опа. Чуть кажется, мы тут прострем оставшиеся 20 минут наших. Фух. А, стой, я забыл репетитору написать, да, сейчас напишу. Не нужно. Ну, ты уверен, что она не нужна? Старая какая-то твоя? Шорты мои. Старые. Понятно. Кирилл... Дай я зафотаю. Кирилл уже свои шорты сжег. Да все, да, я сам зафотаю. Я искренне пытался найти что-то, что можно сюда вставить, но ничего не нашел, поэтому все, я просто здесь поговорил. Все, хватит. Мне это потом резать. Короче, ребята, все, мы отмечаем тут по-царски Ролтоном. Ну. Кирилл, ну, по-моему, крутая экспедиция, она у нас удалась, вот. В общем, сейчас мы будем отмечать туда все. Ждите вторую часть. Да, ждите вторую часть, если она, конечно, будет. В общем-то, подписывайтесь на канал, мы сегодня запарились. А если не будет, не ждите. Да, если не будет, вторую часть не ждите. Вот. Ну, если много людей... Короче, пишите какие-нибудь интеллектуальные комментарии от 4 слов и... Не знаю, если кто-то попросит, прям очень будут хотеть, там много лайков поставить и тыкните, то сделаем, в общем. Дойдем до конца, прям найдем там
тот камень обойдем. Ну и в маленькую, возможно, слазим. Вот. Короче, ребята, будем искать еще, может, трубы тоже. В общем, мне кажется, что все дело идет к тому, что скоро нами начнут уголовный розыск. Ну ладно. Все, всем пока.